На площади Театральной сотрудники дирекции благоустройства проводят работы, которые необходимы перед так называемой консервацией фонтана. Они сливают воду, снимают форсунки, проверяют состояние насосов, но не только. Фонтаны перед консервацией очищают от мусора, промывают чаши фонтанов, проверяют работоспособность оборудования. Но в дальнейшем фонтаны будут закрыты, правда, не все. Всего на балансе дирекции благоустройства города находится 8 фонтанов на площади Театральной, Победы и Соборной. По 2 фонтана у цирка и на площади Ленина. Фонтан на Московском шоссе. К работам привлечены сотрудники участка комплексного обслуживания объектов благоустройства. Здесь на Театральной будет установлен защитный купол, который станет в дальнейшем основанием для светового фонтана. Также с фонтаном Лоси, то есть саму скульптуру около цирка закрывать не будут. Просто сделают ограждение, чтобы защитить оборудование фонтана. Что касается фонтана на Московском шоссе, то сейчас его обслуживает подрядная организация. Она проведет подготовку к предстоящей консервации. Работы по подготовке фонтанов к зиме должны завершиться к концу октября. Специалисты уверены, чтобы оборудование прослужило долгие годы и в сезон работы фонтанов функционировало без перебоев, их обязательно надо консервировать на зиму. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».